Если мы про родителей начнем говорить, это тоже будет про личную жизнь? Это тоже будет про очень-очень личную жизнь, потому что мои родители люди интеллигентные, и они не всегда правильно оценивают то, что происходит в шоу-бизнесе. Мне очень трудно им объяснить наши с вами законы. А вот, например, то, что вы язвите, им покажется несправедливым, потому что они думают, что я хорошая, умная и добрая, и очень хорошая дочка. Ну, странно бы, если родители думали что-нибудь другое. Бывают некоторые родители, которые не очень уважают своих детей. Вы уважаете своего сына? Я считаю, что он самый лучший мальчик на планете, и что я имею право им гордиться. А у ваших братьев есть дети? То есть у вас есть племянники, племянницы? А вы предположили, что у меня есть братья? Ну, я прочитал это просто. Женечка, все, что вы можете прочитать в просторах этой великой помойки, я бы на вашем месте перепроверяла как-нибудь по-другому. Например, я стараюсь это сделать. А вы, если бы старались это сделать, вы бы спросили, значит, Лена, есть ли у тебя братья? Да. Так и у вас нету братьев. На этот вопрос я бы ответила утвердительно, только если бы точно знала, как мой папа весело проводил время в молодости. Поэтому на этот вопрос никому не рекомендую отвечать утвердительно. То есть наличие брата-близнеца – это такой интернет-мир, да? Первый раз слышу такой миф. В вашей группе ВКонтакте описано. Это не моя, видимо, группа. Потому что недавно один из моих фанатов похвасталась тем, что она убила 68 клонов ВКонтакте Лены Лениных. Может быть, вы попали на одного из них. Убила, это значит, она им написала, сказала: ребят, я представитель Лены Лениной, не хотите ли убраться? И они прямо-таки убрали. 68 зачистила. Надо же, потому что, в общем, очень многие сталкиваются, как вы говорите, селебрити с этим. Ну, просто она, видимо, нашла нужные слова. Понятно. Значит, у вас есть люди, которые находят слова. У меня, к счастью, есть фанаты, не только антифанаты. Есть антифанаты. Вот вам это будет приятно, как человеку, явно негативно ко мне относящемуся. Я вам расскажу о том, кто меня не любит. Женечка, я вас так давно знаю, что у меня есть... А мои книги продаются в отделах популярной психологии, поэтому некоторые психологические навыки и опыт у меня есть. Итак, антифанаты балуются тем, что выбирают, например, самые грязные, или самые лживые, или самые клеветнические материалы обо мне, а их ровно 50%. Остальные 50% правда, но очень важно знать, какая эта половина, правда. И вот они поднимают индексацию этих материалов так, чтобы при набивании любого человека Лены Лениной выскакивала вот именно вот эта грязная информация. Поэтому... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».